Для механизатора ветерана Сергея Сергеевича Алексеева из поселка Каменка день выдался непростым. С утра он возил пшеницу и овес на ток, затем буртовал зерно, а после обеда сел за штурвал комбайна. Ну вот это поле, я думаю, центнеров 25 может даст. Ну, средний урожай. В этом году невысокий. Тем временем в Москве, в Минсельхозе, ждут рекордный урожай зерновых. Рассказывают о возрождении села и поют дифирамбы крупным агрохолдингам. Для того, чтобы понять, как реально идет уборочная в России, далеко ехать не надо. Механизатор Алексеев работает в Каширском районе Подмосковья, в 130 километрах от столицы. В принципе, по урожайности у нас средняя урожайность сейчас идет порядка 30-35 центнеров с гектара. Мы говорим про озимую пшеницу. Ячмень мы убрали при урожайности 29,9, ну, порядка 30 центнеров с гектара. Вот. То, что касаемо дополнения площади, то мы дополнили ее 300 гектарами рапса ярового. В этом году у нас 1000 гектар рапса. Рапс оказался самым прибыльным. Фуражное зерно, которое используется в основном для приготовления корма для скота, продать в этом году сложно. Его на рынке много, а потому урожай выгоднее перерабатывать на месте. Разумеется, если есть для кого. У нас есть поэтому такая возможность, что есть хозяйство животноводческое, есть хозяйство вот сейчас в данный момент растениеводческое. Мы пытаемся соединить эти два хозяйства для взаимной выгоды. Вот. Если бы животноводства не было, тогда тяжело пришлось бы все это зерно сдавать, реализовывать по той цене, которая сейчас существует. Текущая цена на зерно крестьян не радует. Купить новую технику после уборочной, скорее всего, не получится. Мы ремонтируем то, что есть, и вот сейчас в данный момент планируем перераспределиться просто между двумя хозяйствами эту технику для того, чтобы здесь усилить растениеводческий клин, а там для того, чтобы усилить животноводство. Комбайнам, которые работают на полях хозяйства, по 10 лет. Есть и совсем старички, времена СССР помнят. Личный план механизатора Алексеева – убрать за сегодняшний день гектаров 15, если получится. 10 рублей – это что получается? Бункер один у меня, если я вот накашу. Вам оплачивают 250 рублей за один? Да, и 10 бункеров накашу – это хорошо, когда хороший урожай особенно. 2500 рублей в день? Ну, плюс-минус. Похоже, рекордный урожай зерновых на личном благосостоянии крестьянина Алексеева сильно не скажется. А потому особой радости за новые достижения агрокомплекса страны он, скорее всего, тоже не испытает. Увеличение объемов урожая зерна для крестьян из Каменки неожиданностью не стало. Минувшей осенью, когда правительство бодро рапортовало в Кремль о возрождении села, арендаторы и конкуренты спешно распахали бурьян на заброшенных полях соседнего хозяйства и посеяли там озимую пшеницу. Такую же, как много лет подряд, высевают на своих полях местные крестьяне из Каменки. То, что выросло, теперь вот реализовывается, поэтому зерна стало больше. Мы видим, да, что в последние несколько лет просто действительно зерна много. Теперь осталось его все это каким-то образом переработать. Наглядный пример для любителей критиковать плановую экономику СССР. Прошлогодний политический посев зерновых через год едва не обернулся локальным перепроизводством. Вот он, первый урожай этого года. Московская 39-я. Известный сорт. Фуражное зерно. Сейчас его сушат и закладывают на хранение. Затем продадут. Хотя, казалось бы, сзади, вот тут, через дорогу, бывшая молочная ферма, сейчас она не действует. Отвези туда. Но у крестьян нет денег для того, чтобы восстановить эту ферму. Если мы говорим о том, что вот о возрождении, там, что нам не хватает молока, возрождение молочного животноводства, то я считаю, что все-таки надо на федеральном уровне принять закон и просто вот помогать крестьянам не самому строить, вот, делать многомиллиардные вклады в это, в строительство новых молочных животноводческих комплексов, вот здесь оказать просто поддержку. Действующих государственных субсидий явно недостаточно для полноценного развития животноводства и перерабатывающей инфраструктуры на селе. У нас единственное то, что по животноводству субсидии все-таки есть, на надойный литр они существуют. И есть такой момент, как несъяжная поддержка по растениеводству. Вот это тоже есть.
Есть еще на приобретение субсидии оборудования, в том числе молочного. Здесь это есть. На строительство в данный момент нет. Кооперация растениеводческого и животноводческого хозяйства, рациональная логистика плюс продажа части зернового урожая на рынке позволяют хозяйству оставаться на плаву, рассчитывая только на свои силы и ресурсы. Мы решили для того, чтобы снизить себестоимость молока, комбикорм изготавливать здесь на базе этого предприятия, у нас из существующих зерновых культур, те, которые есть, но и придется немножко дополнить покупными ингредиентами. И таким образом мы планируем, что одно хозяйство другого просто будет закупать готовый комбикорм. То есть кооперация такая возникает? Да, да. По сути, в акционерном обществе восстанавливают своими силами то, что было построено и отлично работало в СССР, когда здесь был крупный колхоз. А что здесь было и какие были удои по молоку, рядовые крестьяне рассказывают во время обеда в поле. Просто и доходчиво. Так, чтобы даже президент Путин понял. А он сам говорит, надо поднимать достояние народа. А чего ж ты не поднимаешь? В районе остался один колхоз. И тот готов. Раньше тут было молоко, весь район хлопал. 3 тонны ледового сдало. А я раньше ледового молоко возил по 60, по 70 тонн. И Москву, и везде. Не хлопали, что молока столько много. Район сдавал ступен по 400 тонн в день. А это одна машина 4 тонны сдать, хлопать. Что у нас молока сколько? А сейчас нет ничего. Молодых механизаторов на уборке в поле нет. Работают мужики в возрасте и пенсионеры. Для них заработок на уборочной – это ощутимая прибавка к пенсии. А пенсия у Дмитрия Федоровича 13 тысяч рублей. 8 он отдает за квартиру. На жизнь остается 5. Вот на 5 тысяч дать президенту с Медведевым, я их не боюсь. И пусть он на 5 тысяч поживет, президент и Путин, этот Медведев. Вот они пусть поживут. Колхозу по-русски сказать. Все. Почему? А его нету. Коров вывезли. Осталось одно зерно и рапс. Сейчас это уберут и скажут, вы гуляйте, мужики. Водитель КамАЗа Дмитрий Федорович далек от проблем всего национального агрокомплекса, но, следуя заветам Козьмы Пруткова, зрит в корень. Обнищание населения снижает спрос на качественную отечественную сельскохозяйственную продукцию. Вот отсюда-то перекосы и начинаются. Нищее население, которое в России живет, не может купить натуральные и качественные продукты. И поэтому оно покупает суррогаты из пальмового масла, молоко, вроде бы как мы производим, немного, но его, оно не востребовано, потому что у людей просто денег нет на натуральный сыр, натуральную там, сметану, натуральные молочные продукты. И поэтому государство, если бы сделало население богатым, у населения появилось бы желание покупать много качественных натуральных продуктов, у нас бы точно не хватило ни зерна, ни молока, ни всего остального. По оценке одного из авторитетных национальных сельскохозяйственных изданий, экспорт зерна из России может вырасти до 43 миллионов тонн. Из них около 32 миллионов тонн будет пшеница. Остальное – 4,5 миллиона тонн – это ячмень и около 6 миллионов тонн кукуруза. Тем временем, всего лишь за одну последнюю неделю августа средние внутренние цены на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизились более чем на 200 рублей за тонну. Фуражная пшеница подешевела почти на 500 рублей. На фоне положительной динамики цен на дизельное топливо в конце лета математика хоть и простая, но очевидная. Мы собираем-то нормально, мы не умеем все это вовремя перерабатывать, хранить и продавать на пике цены. Вот этим трем вещам надо научиться. Пока не научимся, не будем хорошо зарабатывать при любом урожае. Одна из принципиальных задач – это изменение механизма зерновых интервенций, с помощью которого государство регулирует цены на зерно, считает Николай Лучок. Такие интервенции неэффективны, и их нужно идеологически уже менять с тем, чтобы они проводились более оперативно, чтобы на них зарабатывал прежде всего сельхозпроизводитель, которому не достает вот этой маржи, чтобы вести расширенное воспроизводство. Дискуссия о том, каким должен быть механизм финансирования сельскохозяйственного производства на фоне системного экономического кризиса в России, актуальна как никогда. А еще лучше не регулировать цену на зерно, забыть про нее совсем, в том числе и государство, а регулировать доходность сельхозпроизводителя, понимая его затраты и понимая, что в этом году они индексируются на 20% в рублях, соответственно, вот на эту разницу, на 20% дать субсидию на килограмм или на тонну
произведенного и реализованного зерна, чтобы видели, что оно не просто вот произведено и куда-то спрятано, а что оно реализовано на переработку. Мы, кажется, как будто бы посредством массовой информации преуспели в производстве зерновых. И производим 120 миллионов тонн, как это было сказано в прошлом году. Ну, для примера скажу, в 1990 году Россия производила столько же, сколько и 27 лет спустя. То есть мы фактически ничего не увеличили в объемах. Но тогда зерна не хватало. Почему не хватало? Потому что было огромное поголовье крупнорогатого скота, коров. Мы производили много молока. Мы из этого зерна производили весь набор продуктов, которые сейчас, кстати, завозим из-за рубежа. Потому что куда в богатые магазины вы не зайдете, везде там замороженный хлеб, который произведен не в России. Вот они опять перекосы. Вот они откуда родом. Из 90-х, когда рушили колхозы, совхозы и сельскую инфраструктуру. И что теперь делать с очередными рекордными урожаями? Нам государство сказало, слушайте, а давайте вывозить это сырье. И мы вывозим до 30 миллионов тонн, а может быть и больше, зерна, причем из тех регионов, которые традиционно находятся рядом с портами, с рынком сбыта. А другая часть России, ну, например, как Алтайский край, Оренбург, она сидит с этим зерном и не знает, что делать, потому что это зерно не востребовано. Павел Грудинин, так же, как и многие аграрии и практики, считает, что выходом из сложившейся ситуации может и должно стать развитие животноводства в стране. Нам бы увеличить поголовье крупного рогатого скота, заняться бы переработкой зерна в муку, как это делают турки, которые на нашем зерне фактически завоевали мировой рынок производства муки. Мы вроде бы преуспели в мясе курицы, то есть в курятине и в свинине. Но тут это тоже успехи, к сожалению, не наши. Это успехи импортных технологий, которые мы закупили. И конверсия корма, есть такое понятие, то есть сколько корма вы тратите на производство 1 килограмма мяса, в 3 раза изменилось. То есть если раньше мы 9 килограмм на 1 килограмм мяса тратили зерна, то теперь только 3 килограмма. Такой конверсии еще в молоке нет, а потом у нас поголовье снижается. И мы производим молока все меньше и меньше. Вот этот брошенный животноводческий комплекс расположен в 10 километрах от поля, где убирают пшеницу механизатор Алексеев и водитель Дмитрий Федорович. Смотрите, здесь даже сохранилась энергоподстанция, только вот запитанный от нее не комплекс, а коттеджи. Судя по кустам, которыми все заросло, здесь лет 15 никто не появлялся. Сколько их таких в округе? Кто знает. А если вернуть эти брошенные комплексы крестьянам? За рубль. За 1 рубль. Но с условием использования по целевому назначению. Фантазии? Или китайская модель развития сработает? То, что без развития животноводства и переработки зерна на месте рекордные показатели урожая этого года останутся цифрами на бумаге, понимают и в районной администрации. Экспорт зерна, он же тоже важен, да, для России. Вот. Но и в районе, я считаю, тоже обязательно нужно развивать инфраструктуру. Да, инфраструктуру для того, чтобы была переработка и зерна, и молочных продуктов в обязательном порядке. Надежда Брославская недавно возглавила отдел. Она рассказывает, сейчас силами местной администрации разрабатываются несколько программ по развитию сельских территорий округа. Они нацелены на развитие сельского хозяйства, и переработки молока, и увеличение поголовья крупного рогатого скота. Урожайность у нас пока, по оперативным данным, идет на уровне прошлого года. Но перспективы и резервы, да, вот мы видим в вводе оборот земель, сельхозземель, новых земель, да. А здесь прирост какой у вас? Что получается? Ну вот в 2016 году у нас было введено 4420 гектар земель сельхозназначения. В этом году у нас по плану 3000, а сейчас уже введено 1533, ну более 50%, чуть больше. Если в гектарах, то на фоне ввода в оборот новых пахотных земель в России эти цифры даже не погрешны. Если смотреть на тенденцию, получается, что в южном агрокластере Подмосковья, как в небольшом зеркале, отражаются все процессы, которые происходят в сельском хозяйстве в стране повсеместно. Самая оперативная задача – довести объем господдержки АПК до 4% ВВП страны. Вот тогда будет все по справедливости. А дальше смотреть, как эти деньги расходуются. А дальше изменить приоритеты финансирования. Сейчас наша государственная программа развития агро
Она отстала от жизни лет на 15-20. Она ориентирована на плановые воловые показатели, надои, привесы, приросты. Это уже это вал, который сам по себе никому не нужен. Важен продукт. Жизненно необходимо развивать внутреннюю переработку. Нужен продукт с высокой добавленной стоимостью, подчеркивает Николай Лычев. Как в природе выглядит этот продукт с добавленной стоимостью, показывает заведующая током Валентина Бородкина. Крестьяне, которые работают на этом участке уборочной, делают все, чтобы ни одно зернышко не пропало. Их так всю жизнь учили. Урожай в этом году лучше, чем в прошлом году, в крайнем случае. Хороший. Около 2000 убрали пшеницу уже, тонна молотили, и 660 тонн ячменя. Сейчас зерно сушат, обрабатывают, затем отправят в соседнее хозяйство. Оборудование, на котором крестьяне совершают свой трудовой подвиг, сильно отличается от того, которое обычно показывают президенту или премьеру министр сельского хозяйства во время официальных визитов на передовые агрокомплексы. И вот зерномет у нас старый, там даже 86-го года, по-моему. Есть таблички на них такие у нас, можете посмотреть. Еще советский? Да, да, советский еще. И работает? Работает. Какой 80 какой-то год, да. Да. До сих пор поддерживает, да, что называется, да, на голом энтузиазме. Да. А вот это вот зерно, это какого урожая? Это уже этого года урожай, да. Угу. Это вот сейчас возят с поля у нас. Это московское 40-е, которое сейчас убирают у нас. Действующих государственных элеваторов поблизости не осталось. Частные зернохранилища берут за свои услуги высокую плату. Часть зерна, которое сейчас обрабатывают, пойдет на продажу. Деньги, вырученные за него, скорее всего, покроют текущие расходы и заработную плату. Может быть, еще немножечко останется на не самую дорогую технику. Я смотрю, женщины таких возрастов, вот женщины работают. Ну вот. Да, это пенсионеры просто наняли на время уборки у нас. А молодежи, с молодежью? Молодежь раньше брали, но в этом году нет никого. Вот здесь же, как вам сказать, не конфеты перебирают на фабрике. Но я думаю, что в Москву едет не намного больше зарплаты у них. Там же не получают они по 50 тысяч? Нет. Там также получают 15-20 тысяч. Просто не хотят, а ленятся. 20 тысяч рублей за тяжелый физический труд – это не лень молодых, это уважение к себе. Надо инвестировать в инфраструктуру, дороги, логистика, склады. И третье, самое главное, в людей. У нас страшная деградация компетенции на селе. Агрономы, животноводы, зоотехники, управляющие. Система аграрного образования, она разрушена и развалена. Начинает Тимирязевки и ниже. От нехватки специалистов на селе страдают все. И мелкие производители, и крупные агрохолдинги. Надо вкладывать, инвестировать в людей. Давать им образование, жилье, поддерживать социально и давать какую-то копеечку на переезд, на подъем и на то, чтобы они выросли в настоящих хороших специалистов. Удерживать людей на земле. Вот здесь я отнюдь не коммунист по убеждениям, но здесь я с сожалением констатирую, что государство не хочет быть государством. Оно хочет быть только властью. И оно не поддерживает людей, которые хотят жить на земле. Отвратительные дороги, отсутствие водопровода, газа, маленькие лимиты на электричество и практически никакого прогресса в этом отношении. Без этого не будет ни разумного агробизнеса, без этого не будет России. Будем терять территории. По данным экспертного сообщества, которое публикует редакция под руководством Николая Лычева, на 1 сентября лидером по валовому сбору зерна в этом году стала Ростовская область. Там намолотили 12,3 миллиона тонн зерновых. На втором месте Краснодарский край. Зерновые и зернобобовые – 10,45 миллионов тонн. На третьем месте Ставрополье – 9,3 миллиона. По урожайности лидирует Краснодарский край – 63,1 центнера с гектара. На втором месте Ставрополье – 45 центнеров. И на третьем Ростовская область – 41,1 центнера с гектара. Тем временем уборочное звено из Каменки завершило свою работу в поле. Механизатор Алексеев возвращается домой. 5 комбайнов за день убрали озимые на 70 гектарах. День выдался сложным. После обеда кто-то поджег солому. Пожар был серьезный. Однако, несмотря ни на что, уборку не остановили. Вот так вот вы и живете, да, Сергей Сергеевич? Да. Это вот то, что вам при советской власти давали квартиру? Да.
Вместе с супругой Татьяной Николаевной, токарем 6-го разряда, Сергей Сергеевич живет в двухкомнатной квартире, которую получил от государства еще в 75-м году. Государство о чем там заботилось об нас как-то. Да, выделяло, вот, например, квартиру выделили. Или там всякие премии, как на этот, вот, на уборке. 13-й давали сейчас, ничего. Премии. Мне даже медаль, по-моему, за доблестный труд. Механизатор Алексеев давно не доставал медаль из заветной коробочки. Эта медаль – очень важная награда для пожилого человека. Ну, это вот самое главное, вот это вот, дорогая, по-моему. А за что мы ее вручили? Делать чести. Труд СССР – делать чести. За трудовую доблесть. Ну вот обычно на комбайнах, на молот, когда, ну, больше всех намолотил, например, и вот за это. Медаль, квартира, донищенская пенсия – вот все, что нажил механизатор Алексеев за свою долгую трудовую жизнь. А сейчас ему еще и за державу обидно. Вот за границей они какие-то дотации дают на продукцию, например, зерно. Она там для них, например, стоит там 10 рублей, а им государство еще 10 доплачивает за зерно, чтобы они не разорились, эти хозяйства. Они там лучше, оказывается, об сельском хозяйстве заботятся, чем наши. Мы сейчас вот даже сдавать, вот, они, мы сейчас зерно не сдаем. Почему? Они ждут, побольше, может, это будет цена, а она не повышается все равно. Сергей Сергеевич смотрел телевизор. В нем министр сельского хозяйства обещал, перепроизводства зерна, несмотря на рекордный урожай, в стране не будет. Механизатор министру не поверил. Он знает, дифирамбы правительства растущему сельскому хозяйству обязательно разобьются о российские реалии. И еще он точно знает, что будут победные репортажи, торжественные мероприятия, победные реляции, посвященные рекордному урожаю. В общем, все будет как обычно. Но у рядового крестьянина от всей этой шумихи ничего к лучшему не изменится, сказал на прощание механизатор Алексеев. И добавил: впрочем, посмотрим. Цыплят по осени считают.